Джефф-убийца ходит за твоим окном с огромным ножом. Вот же ужас. Лайкусик за 3 секундочки, и Джефф исчезнет. Ставь лайк, если это про, а с тобой Найсик, бро. Давай вместе с тобой попробуем призвать Джеффа-убийцу прямо в Майнкрафте. А для этого нам надо прочитать кое-какое письмо, ну то есть даже не письмо, а гайд, как его призвать. И будем пытаться все это сделать, то, что там написано. Давай вместе читать. Так, что тут написано? Источники утверждают, что надо приготовить 5 листочков бумаги. Только никто точно не говорит, что на них писать. Если будете вывешивать фразу «я не хочу спать», то ничего не выйдет. Джеффу нужно задеть, чтобы он решил появиться. Для этого на приготовленных листах необходимо написать такие слова. На первом листке «Джефф», на втором листке «я», на третьем листке «тебя», на четвертом «не», на пятом «боюсь». На пятом надо нарисовать свое изображение. Эти листочки, как и при вызове Слендермена, после полуночи нужно жвачкой наклеить на 5 этажах своего подъезда. На самом верхнем должен быть автопортрет. Там же красной помадой нужно нарисовать его страшную улыбку. Теперь пойдите домой, подождите часок, поднимайтесь по лестнице, снимая со стены листки с надписями. При этом нужно обязательно произносить про себя или вслух «Джефф, убийца своего брата. Тебя ждет страшная расплата». Тоже про мать и отца. Когда подниметесь на верхний этаж, внимательно посмотрите на рисунок. Если вы сумели задеть Джеффа, то на нем будет кроваво-красный след. В воздухе почувствуете запах гнили. Быстро стирайте улыбку, нарисованную помадой. Учтите, не успеете убрать след, нарветесь на Джеффа-убийцу во всей красе. Действовать надо со скоростью звука. Если уловите движение или намек на шаги, бегите, не стоит прятаться. Наоборот, нужно переместиться туда, где много людей, в метро, в магазин или еще куда-то. Он не любит людных мест, там вы будете в безопасности. Чтобы он вас не подстерег и не запомнил, где вы живете, следует поплутать по городу. Вот такой вот получается гайд, как его призвать. И давай начнем. У меня есть много всего, что поможет мне все это осуществить. У меня есть хавка, у меня есть лук, у меня есть меч, у меня есть все. Кстати, сложность сложная, так что все должно получиться. Так, у меня еще элитры, это самый кайф. И первое, что нам нужно, это... бумага, то есть нам надо не чтоб потираться, если что, ужас. Короче, нам надо бумажку, чтобы, ну, как бы нарисовать все это, написать. А второе, что нужно, это чернила. То есть я хочу красные чернила, ибо надо будет улыбку нарисовать. Также черные чернила, чтобы написать. Желтые чернила, чтобы автопортрет свой. И рисунок также, там еще какие-то чернила нужны. Ну, короче, посмотрим. Как-то размешаю, все получится по-любому. Вот уже, как бы, я добыл уже 6 штук чернильных мешков, и первое задание мы выполнили. Осталось еще где-то цветочки найти. Надеюсь, что они недалеко, неподалеку, и искать мне придется недолго. О, вот они, сразу же перед лицом просто, вот, держи, Майнкрафт говорит. Ну, это очень приятно на самом-то деле. Давай забирать их и искать красные чернила, последние. Да не, да блин, что я вообще говорю? Вообще все близко, все прям как на ладони, все забираем и радуемся. Идем призывать скоро. Блин, а он меня же завалить может. Конечно, это пугает, но что же я... Ну что ж поделать, надо же как-то это самое призывать. Надо же делать интересные видюхи, чтобы... было интересно, что было страшно. Надо жертвовать собой. Но я надеюсь, все будет хорошо. Если будет плохо, то я как бы умру. Удалю этот, карту эту, потому что меня будут здесь вечно преследовать. И на новый играть. Я часто переезжаю. Сам знаешь, почему меня преследует куча монстров Тревора Хендерсона. Постоянно меняю карту, потому что я призвал светофора, он нападал. Также я призвал сирену, он нападал. Блин, каждый нападает просто. Так, моя деревня здесь. И если что, я могу в нее улепехать, когда... мне будет стрёмно. Теперь идем добывать тростник. Вон я нашел уже, и как бы мне сколько там надо. Давай сразу запьем зелье стремительности. В принципе, от Джеффа и так убежим, надеюсь. Все получится и не страшно. И, короче, уже стремительность реально меня бустанула. Это очень круто. И сколько мне надо листочков? 5 штук вроде бы. И этого будет достаточно. Тогда давай еще, наверное, мне понадобится сколько? Бумага делается из... из 3 тростников, то есть мне надо 6 надо штучек, где бы еще 2 найти. Кстати, если что, у меня здесь неподалеку есть дом, вот он, многоэтажный дом, который с 5 этажами как раз, просто типичная хрущевка, очень хорошая, идеальная просто, чтобы кого-то призывать, мне это очень нравится. Да, вот такая вот просто жуткая хрень, которая...
ну, уже одним своим видом что-то как-то неприязнь вызывает. Кстати, вот тут очень страшный карьер. Я не понимаю, почему он так заспавнился странно. То ли это какой-то взрыв здесь произошел, вот прям круг какой-то. Это офигеть, как я удивился, когда это увидел. Но это было уже, наверное, день назад, когда я это увидел. Ну, полетели, мам, и забираем. Все, теперь крафтим дома и идем в заброшку все это выполнять. Нам надо будет рисовать. А давай сразу нарисуем, типа, на листочках все это, а потом уже будем расклеивать. Правильно же я делаю? Надеюсь, что да. Здравствуйте, жители. Я вас всех очень люблю. Вы меня, как бы, это... будете спасать от Джеффа, надеюсь. Потому что я не хочу от него бежать 1000 лет. У меня как раз деревня под боком, и мне она поможет выжить. Так, у меня уже скоро стремительность кончится. Печально, потому что я хочу бегать. Потому что я хочу резвиться. Но Майнкрафт этого не даст. Так, значит, все забрал отсюда. И делаем бумажечки. Пам-пам-пам. Уже 6 штук, в принципе, достаточно. Давай теперь нарисую на каждой. Надо сделать себе красители побольше. И давай все это израсходуем. Так, значит, бумага. Берем одну бумажку. Здесь мы что рисуем? Здесь мы пишем. Ладно, красным напишу. Джефф. Так, рисуем. Так, 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 так. Пишу, пишу. Джефф. Получилось. Так, следующий листочек. Я. Так, а чё я черный краситель не использую? Вот. Тебя. Не. Боюсь. Ой, черт, у меня нету... Короче, у меня есть желтый краситель. А, я, в принципе, черным немножечко сбавлю. С желтеньким и получится какой-нибудь коричневый, наверное. Сейчас, сейчас, сейчас. Короче, что-то у меня получилось. И вот они, первый листок... Ой, господи. Так, первый листок, второй, третий, четвертый, пятый. И, в принципе, все есть на месте. И что теперь надо делать? Я забыл. Так, нарисовать. И теперь мы, в принципе, можем идти. Пойдем посмотрим вообще, как там живется. Пам-пам-пам. Я люблю элитры, на них летать. Нет, ты что творишь, придурок? О, вот это меня, конечно, испугал. Я сейчас чуть не помер вообще. Чуть это самое... моя остановочка не произошла. Ну, все, погнали, короче. Пам-пам-пам. Так, вот здесь полетим. Бум-бум-бум. В принципе, я знаю, что на этой заброшке, вот в этом доме, ничего страшного нет. Пока я не призвал никаких монстров. Так, здравствуйте. Все хорошо. Ой, здравствуйте, паучок. Так, здесь вот такие комнатки. Давай покажу тебе здесь все. Вот такая комнатка красивая. Далее, вот здесь вот, конечно, этажи ужасные. Вот так по лестнице поднимаешься, либо вот по этой лестнице на этаж. Здесь еще двери выломаны, блин. Жуть-то какая. Давай здесь хотя бы все осветлим. Так, все готовенько. Господи, как я здесь давно не был вообще. Здесь вот тут реально что-то плохое происходит, и мне это не нравится. Следующий этаж. Здесь пусто абсолютно. А следующий этаж что нам даст? Здесь также все пусто. Ну, это вообще, ну, вообще прикол какой-то. Окей, дальше идем. Здесь вообще запятыми... Стоп, этого раньше не было. Ладно, ладно, проехали. Конечно, это меня сильно смущает, и ты пойми, что мне не наплевать на это. Как может быть наплевать на то, что здесь что-то происходит? Ну ладно, в принципе, сейчас не до этого. Так, значит, все хорошо. Все, в принципе, нормально. Блин, меня пугает это все, конечно. Стоп. Ой, мне показалось, что там Джефф. Какой Джефф вообще? Так, развешивать сейчас листочки будем, спускаемся на первый этаж и все начинаем делать. Так, опа, на элитрах прямо по лестнице спускаемся. Очень круто, очень сильно молодежно. А, я застрял. Что я творю? Все, вот здесь вот начинаем вешать листки. Берем первый листочек и повешаю его где-то вот здесь. Оп, повесил. Вот такой вот листочек. Джефф. Вообще жить какая-то. А, Джефф уже пугает, господи. Нет, все, пошли второй листочек вешать. Вот второй листочек. Его повесим. Давай, наверное, вот сюда. Оп! Вот так получилось, короче. Я надеюсь, что Джефф поймет мой почерк. Здесь, в принципе, все понятно, а вот здесь уже не очень. Я. Ну ладно, в принципе, похоже на я. Ну, не суди строго за почерк. У меня реально ужасный почерк. Он мне вообще абсолютно не нравится. Наверное, тебе тоже. Так, дальше куда повесим? Вот здесь. А, стоп, это уже четвертый этаж получается, а это пятый. Окей, тогда это третий получается, да? Ну, в принципе... В принципе, да. Давай вот, вот здесь повесим где-нибудь. Вот тут. О, нет, это между этажами. Надо именно на... Вот здесь вот тогда. Тебя! Вот так. Что происходит? На улице все нормально. Так, тебя. Следующая. Это уже... Что там у нас? Ладно, сейчас наклею. Не здесь, не здесь. Вот тут. Вот тут наклею. Не!
О, это уже очень пугающе. Вот тебя нормально, в принципе, выглядит. Не, ну тут и ешка, как это у меня странно. Ладно, пошли дальше. Вот здесь вот повесим последнюю. Так, берем. И боюсь! Вот. Вот у меня портрет, конечно, ужасный свой получился, но в принципе сойдет, да, надеюсь? В принципе, да, похож. Ну, в принципе, похож, слушай. Только какой-то кудрявый получился, хотя я вообще не кудрявый. Боюсь, письмо. Вот, конечно, восклицательный знак у меня не очень получился. Ну, в принципе, ладно, сойдет, боюсь. Так, и еще надо автопортрет свой. И улыбку красную. Ну, давай сейчас нарисуем вот здесь. Так, красители где мои? Вот они. Еще вот это понадобится. И рисуем. Так, ну что ж, вот я и нарисовал наконец-то. И теперь можно идти домой на часик. Все готово. Все, чтобы он пришел. Ну и теперь погнали домой. Так, 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 так. Блин, это реально стрёмно. Что ж я делаю? Погнали домой. Блин, только вот не мешайте мне, реально. Сейчас вообще не до вас, монстры. Сейчас у меня сражение с Джеффом будет или что вообще? Я с мечом на всякий случай останусь. И с луком. Может, мне это пригодится. Но все-таки Джефф же все-таки опасный. То есть мне реально не сдобровать здесь. Потому что, ну, сам понимаешь, Джефф это все-таки сильный монстр, который реально пугающий. Блин, мне реально жутко. Ну, ладно, все хорошо, так что идем домой, чуть-чуть поспим. Ой, житель, ты что такой быстро? Он, кажись, напугался. Блин, да ладно вам, че вы бежите-то так? Вообще. Все, иду в свой дом, короче, спать. Ох, вот здесь вот лягу, наверное. Ой, ровно час прошел, короче, все, пора идти. Блин, еще дождь, капец, неудобно на самом-то деле. Ладно, полетели. Пам-па-пам, пам-па-пам. Чунь-чунь-чунь-чунь. Надеюсь, что все будет. Что это за хрень сейчас была? Все нормально? Что за чертовщина, не понял. Ладно, проехали, короче, просто бежим. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, 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 так. Просто не оглядываемся, блин. Эндермен! Эндермен! Офигеть! О, уже стрёмно! Так, ладно, все, забегаем быстро-быстро! Так, так, так! Закрываем дверь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, 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 тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, кстати. А где факелы? Ладно. Факелы были вообще? Я ставил же факелы, на втором этаже точно тут ставил. Странно, странно. Ладно. Так, надо подниматься с первого этажа и забирать листочки. Так, значит, забираем. Джефф, убийца своего брата. Тебя ждет страшная расплата. Следующий листочек. Джефф, убийца своей матери. Тебя ждет расплата. Так, следующий. Джефф, убийца своего отца. Тебя ждет страшная расплата. Далее. Джефф, убийца своего брата. Тебя ждет страшная расплата. Так, следующий этаж. Ой, так, след. Так, ладно. Джефф, убийца своей матери. Тебя ждет страшная расплата. Так, ладно. Кто-то поднимался. Меня Джефф убил. Серьезно? Вот черт, я даже не успел его увидеть, ну, лицом к лицу с ним увидеться. Почему? Давай еще раз туда сходим, а то я недоволен результатом. Наверное, он все-таки там еще остался. Охренеть, конечно. Меня просто убил Джефф, я даже не успел на него посмотреть. Это вообще что такое? Почему так не повезло? Охренеть. Он так незаметно убил меня, я даже не успел среагировать в натуре. Ну, давай пойдем еще раз. Глянем на него. Так, отстаньте, скелеты, сейчас вообще не до вас. Быстрее в здание, чтобы никто меня не тронул. Так, 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 быстрее заходим. Ух, все, я здесь. Тихо, тихо, я слышу шаги. Так, ладно. Осторожненько. Так, так, так. Где же ты? Эй! Я тебя жду. Так, я вижу свои вещи. Факел. Но Джеффа не вижу. Где он? Мне некуда будет бежать. Так. Его тут нет. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Забираем свои вещи и сваливаем. Может, он здесь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо! Главное, не попасть ему в руки. Ух. Так, ладно, мы живы. Он тут? Я его видел. Это Джефф-убийца.
Мы его увидели, только он не среагировал. Так, стой. Надо как-то его там... Офигеть! Нет, он здесь! Офигеть! Он чуть меня не убил! Жесть какая-то! Реально Джефф-убийца ходит по этому зданию! И что мне делать? Я отсюда сваливать не собираюсь так быстро. Я должен его как-то привалить. Так, ладно, мы его видели. Он там ходил. Тихо, тихо, тихо. Надо посмотреть как-то из-за двери на него. Он на пятом этаже? Ой, вот там наверху? Да, он вроде наверху. Так, ладно, вот сюда спрячемся, если что. У меня есть план побега. Он вот здесь. Да, он здесь. Он здесь. Так, тихо, тихо. Так, 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 так. Осторожненько. Еще разок. Он прямо тут. Смотри, Джефф-убийца. Вот он. Так, ладно, сейчас как-то его ударить надо. Так, лук. Быстрее, быстрее. Осторожно. Блин. Промазал. Нет, нет, нет. Так, тихо, тихо, тихо. О, я попал по нему. Ой, ой, офигеть. Вот это было жутко. Вот это реально было жутко. Видал? Мы реально увидели Джеффа еще раз. Жесть какая-то. Давай последний раз туда сходим и все, хватит. Конечно, это он очень мощный. Я не знаю, я еще хочу с Джеффом как-нибудь порамсить. Охренеть. Призывать его — это одно удовольствие. Давай там спаун-поинт поставим, мы просто поумираем ему кучу раз. Все-таки мы можем себе позволить. Почему бы и нет? Только надо побыстрее идти наверх и... Ну, то есть там спаун-поинт поставить внизу, наверное. И потом будем подниматься наверх и смотреть на этого монстра. Так, сюда, 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 быстрее. Стоп, Джефф-убийца. Он прямо здесь? Что? Каким образом? Спаун-поинт поставлен. Ладно. Окно здесь никак не пролезть. Вот он. Стоп, он прямо за решеткой. Что? Алло. Еще. Как он здесь появился? Он прямо за дверью. Я его вижу. Блин, как бы на него посмотреть получше? Тихо-тихо-тихо. Офигеть. Блин, как он так быстро проходит? Так, ладно, я выйду сейчас. Никого нет. Он пропал из виду. Ладно, может, он здесь. Тоже нет. А если я наверх поднимусь, он там будет? Или он спустился вниз? Что? Как он здесь появился? Вот черт, это страшно. Здесь никого. Короче, последний раз рискуем и смотрим на Джеффа. Он где-то здесь, да? Я уже не знаю, куда иду. Просто на риск иду. Так, сюда, сюда, сюда. Его здесь нет. Ладно, успеем одеться. Поставить факел. И зайти прямо сюда. Здесь тоже ничего нет. Он куда-то ушел. Неужели Джефф пропал? Я хочу его убить. Джефф, я тут. Я тебя жду. Он реально куда-то пропал. Он просто исчез. Вот он. Есть! Я в него реально стреляю! Стоп, стоп, стоп! Нет, 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 он прямо за мной! Так, черт, 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 черт! Осторожно! Он потерял меня? Нет! Ой-ой-ой! Я просто в шоке! Это самое страшное, что только может быть вообще в Майнкрафте! Ты хоть увидишь его лицо? Это настоящий Джефф-убийца! Ладно! Мы еще раз здесь появились. Короче, спасибо тебе за просмотр. Пиши, кого еще призвать в Майнкрафте. Это было реально жутко. Настолько жутко, что я реально испугался. Короче, давай бежать отсюда, потому что Джефф может уже здесь быть. Вот черт, он прямо сзади. Короче, ладно, пора бежать. Я уже не знаю, что мне делать. Он прямо около дверей был и хотел меня убить. Ладно, спасибо тебе за просмотр. С тобой был Найсик Бро, не теряй. Нет! Чего? Меня догнал и убил. Удачи.